Доброго времени суток, дорогие друзья, подписчики, зрители канала. Итак, продолжаем двигать метро, шевелим бандосов, спасаем выживших. Двигаемся по туннелям, давайте, наверное, по прямой пролетим, посмотрим, что там. В прошлой серии взяли за хобот Сиплова, подтянули. Спасли, частично помогли выжившим. Ну, то есть, также все продолжаем. Куда нас Регина пришла, видите, в негодность. В полную. Недолго нам осталось двигаться. Скоро опять на своих двоих. Будем шевелить, да? Поэтому продолжаем вычищать метро от неуемных упырей. Мародеров, бандосов, различных нехороших людей, короче говоря. Так, давайте здесь все внимательно осмотрим, потом нырнем на другую ветку. Наверное, скоро это дело закончится уже с бандосиками, я думаю. Подытожить пора, да? Главного-то боссика мы за хобот взяли. Сломали все планы Корбуту. Это ж его был человек. Выполнял грязную работу на Корбута, да, Сиплый. У нас будет с вами свое метро. Своя интерпретация всех событий, поэтому приготовились. Впереди еще, кстати говоря, долгий путь, да? Дальше будет еще более все жестоко, насыщено событиями. Это вот страшное место, я вам точно говорю. Это так кажется. Ну, сталкерок отдыхал. А чё вот он отдыхал? Его сожрал. Сожрала тварь, похоже, да? Вот только стоило вспомнить. Я же говорю, его сожрала тварь, но не протащила через отверстие, да, в стене. Короче, не пролез. Мужик не смог спастись. Ночью там, видимо, стал поссать, да? Ну, я не знаю, что он там встал, и тварь его сожрала, упырь насаченный. Пытался затащить к себе в нору, в логово. Видите, какая красота, мы с вами вообще молодцы. Действуем вообще практически без шума, аккуратно, не создавая, так сказать, лишних проблем никому. Только на свою задницу ищем приключений, с которыми пока удачно все справляемся. Потому что у Артема есть опыт в этом деле, да? Потому что уже, ну, то есть, можно сказать, профессионалы, а тем более такие стволы на руках. Особенно револьвер чего стоит. Так, а вот это вот уже посерьезнее ситуация. Смотрите сюда. Вот это уже будет посерьезнее. Тут уже начинается, наверное, охота на стражей, да, на этих. Да, вот, по-моему, на этом можно будет распрощаться с Региной. Отличный аппарат. Семёнычу отдельное спасибо. Отдельная благодарность. Да, правильно ты сделал. Жест твой верный признак. Благодарности. Семёныч крутил, вертел, на эту, в эту машину душу вложил, жизнь отдал. А мы при Артемка встречу сделал, да? Конечно, поблагодарить бы Семёнычу, но надо будет накинуть нашим браткам в ордене, что вы там это, может, людей направили. Да он Семёнычу все равно там делать нечего в метро. Я думаю, он займется починкой и восстановит Регину, да? В следующий раз мы покатаемся уже с Саннушкой. Представь, почистим метро и с Саннушкой дернем по просторам, бля. Куда-нибудь заедем, бутылочку первача от местных самоделов. Расслабимся, да, когда ближе познакомимся. Это пока-то еще Артем не очень с ней контакт наладил, да? Так, ну ладно, все, это мы, конечно, с вами расслабились. Опять я начинаю, так сказать, мы сейчас будем с вами в таком расслабленном режиме, и так не стоит. Мы должны всегда быть начеку.
Всегда быть начеку. Твари лезут повсюду. Откуда невесть может прилететь или, да, призем? В виде пули шальной или же какая тварь налетит. Поэтому давайте-ка санну-хранушку. Мы, конечно, хорошо с вами придумали, но это еще надо бы добраться до своих, да? А путь предстоит нелегкий. Дальше я вам точно говорю, дальше еще будет все ожесточение. Ну, вы представьте, как будто это вообще новая игра. Вы не смотрели прошлое, не знаете этой игры. Вот я так себя настраиваю. Хоть оно, ну, ты помнишь, да, все нюансы. Ну, а ты просто это... Не... То есть, на то, что ты помнишь, не обращай на это внимания. Пусть мимо проходит, и тогда вообще будет красота. Вот и информацию на эту не обращай внимания. Сконцентрируйся на красоте игры, на мощи и силы наших подвигов, и все будет very good. Ну, что-то сегодня у меня хорошее настроение. Будем, видимо, все должно получаться на это. Классно будет все получаться. Ну, там тварь, видите, да, слышите? Там очень страшное место впереди. Их, наверное, там целое гнездо, твари. Но это, если стражи, там, конечно, не гнездо. Но у них, наверное, тоже свое есть место сбора, да? Ну, не место сбора, как это назвать, где твари размножаются. Вот эти стражи, откуда они берутся? У Глуховского там все написано, конечно, в книгах, да? Откуда они берутся, где гнездятся, где размножаются и тому подобное. Но я чувствую, что вот это вот место как раз-таки, видимо, и есть. Да, вот, видимо, есть, видели, да? Точка, на которой нас уже с вами будут прессовать по полной программе. Вот это точно я сказал. Вообще, во все места будут прессовать. Я что-то, по-моему, вспоминаю. Здесь полный разгром ждем. Твари конкретно прессовать с разных сторон. Готовились. Да, место 100% гиблое. Пространство большие, наверное, сейчас такой прессинг впереди нас ожидает. Такая свистопляска с тварями, что я даже не знаю, куда нам бежать. И вообще, можно ли сбежать будет. По-тихому, может, как-то пролезть, попробовать, а? По-тихому, наверное, сложно будет пролезть. Это вообще подъем наверх. Не на болото ли мы выходим? Не припоминаю этого места, честно вам скажу. Но такие пространства ничего хорошего не предвещают. Это точно. Сбежать не сбежишь, да? Никуда не запрыгнешь. Укромных мест я не вижу. Огромное пространство. Только надеяться на то, что мне патронов на все это дело хватит. Да? Патронов-то нам хватит, а? Братаны. Сейчас я чувствую, такая свистопляска начнется, а? Прессинг со всех сторон. Вспомнил. Это место. Да. Сбежать не получится. Спрятаться тоже. У нас никак не получится. Да, какие там болота, забудь про болото, у нас еще впереди Венеция. Да, сейчас я подаю сигнал, и начинается цирк.
юного зрителя. Так, давайте придумаем. Сигнал-то мы успеем подать. Да, я вспомнил. Он должен какой-то чувак забрать нас отсюда, да, на лодке. Ну, то есть это. Мы сигнал подаем, пока он двигается. Идет жесточайший прессинг со стороны твари. Нам предстоит отстоять это дело. Но прежде чем там сигналы подавать, мне понять бы, какую лучше, да? С какой точки, то есть отстрел вести, а? Мне будет удобно. Вот эти вот твари, конечно, сейчас активизируются по нашу душу, да? Причем как-то очень сильно активизируются. И пролезть никак не получится, да? Дроби, видите, сколько накидали? Повсюду дробь, а у нас только калаш на руках. Хватит ли мне на все про все? Даже не представляю. Активируется, активизируется. Ну что, мы будем активизироваться с вами, а? С какой позиции? А здесь и будем. Да? Венеция, погнали. Все. Замолкаем, начинаем танцы с бубном. Или что? Все правильно я сделал? Ага, тихо. Ну да, ждите. Обрадовал. Поехали. Честно вам скажу. Хотя... не все еще потеряно в нашем деле, да? Может и прорвемся. Прорвались. Гиблое место я выбрал. Сейчас, наверное, наверх полезем. Давайте-ка еще разок и, наверное, сверху будем брать. Там пока не залазят, я успевать буду подлечиться. Сверху, да? Возьмем позицию. Подлечиться успеваю, вколоть себе. Ну, то есть, это пошустрее все будет. Мужики, блядь, давайте, ждите. Один мужик, да и то не справляется. Ну да, вот тут бы абзац не помешал бы, да, вот этот пулемет с дробовика. Под дробовик. Абзац, да? Вот там можно было бы вообще красота.
А КСУ как-то не очень. Ну тоже не, в принципе, не очень. Нормально, пойдет. Главное, вовремя так это. Там менять успевать, да? Поехали сейчас. Действуй. Сейчас прорвемся. Давай. Давай, давай, быстрее, старик, шевелись, задница. Да, здесь позиция получше, обзор. Обзор получше. И, соответственно, я успеваю. Поехали. Отлично. Работаем. Так, ну чё, где там старик? Ждите, ждите. У меня уже патроны заканчиваются. Целое стадо отстреливает. Но... Давай, давай, давай. Поспешим. Убеги! О? Ты чего, один там? Один, один. Держись, я мигом! Давай. Даже уже и не подавятся. Да. Все, патроны закончили. Эй, ты там! Дали, да? Как мы работаем. Давай, давай. Всю эту... Так, прыгаем. Клич. Да. Понравилось мне это дело. Работаем. Ой-ой-ой-ой-ой. На! Вообще ненормальный! Чего делал там, да еще в одиночку? Слушай. Ладно, позже расскажешь. А пока выходим на фарватер и полный вперед на базу. Да, до болот нам еще далеко, я немного ошибся. У нас Венеция впереди, ну тоже класс. Слушай. Снега наверху начали таять. Теперь к традиционным дрезинам добавились лодки и рыбаки. Один из них появился как нельзя кстати. Скоро будем на Венеции. Павел, скорее всего... уже там. Ага, нам же за хобот Павла надо взять, да? До конца отношения выяснить. Я вообще-то редко в этот туннель захожу. Дернул черт за ногу. Я же рыбак. Думал, тут клюет. Бревно! Ага. Бревно. Че, раньше не мог? Ёперный балет. Сказал именно тогда, когда оно уже... Парень, ты это... Будь осторожен! Эта вода опасна! Там не только рыбы живут! Ну скоро увидишь, кто там живет! Если кричу бревно, хватайся за поручень! Да, ща, подожди, дед, все будет. За поручень, давай почитаем, успеем, да? Так, темные воды. Многие не понимают, почему грунтовые воды до сих пор не затопили все метро. Другие удивляются, что человек вообще смог протянуть 20 лет в убежище, которое было рассчитано всего на несколько месяцев. Говорят, человек отчаянно живуч, как тараканы и крысы. Но я думаю, дело не только в этом. Мне всегда казалось, что мы существуем в метро не просто так. И, возможно, мы еще не до конца выполнили свое предназначение. Класс, вообще бомба, не игра, мне понравилось отстреливать этих стражей, да? Такой натиск массивный по нашу сторону отстояли. Слушай. Сегодня, когда рыбачил, оттуда какая-то лодка прошла. Серьезные люди, не беженцы. Теперь не шуми, шибко. А, бля, сейчас будут креветки прессовать. Вот это вот я не люблю. Самый мой нелюбимый враг.
не трогай, как креветки. Мы вас не трогаем. Да, мы их не трогаем. Хрен их знает, из чего они мутировали. Мы их креветками в шутку кричим. На вид они, конечно, жуткие. Мясо, простоволодье. Особенно под пиво. Такое, тихо. Пора сваливать отсюда! Поехали. Главное, не дай взрыв. Могут перебить. Так, сейчас начнется свистопляска. Работаем. Получайте гниды! Теперь придется... Что творят? Отлично. Вот и делай. Прорвемся. Так, стоять бояться. Артём, держись! Держись! Так, ну чё, старик, всё вроде, да? Тихо. Не, не всё. Только начало, да? Всех сторон прессуют, а? Давай, давай, давай. Да, а что, раньше нельзя было это сделать, а? Ну, потом докуришь. Как вы тут вообще вышивали? С этими тварями. Так, классно, ну вроде прорвались, но тоже еле-еле, да? Подземная Венеция. Остров, который стоит на темных пещерных реках. У подземной Венеции дурная репутация. Говорят, вся она большой воровской притон. А, да-да-да. Я точно знаю. Вот здесь-то мы... Павел добрался до Венеции. И если я не опоздал, здесь-то он мы все еще тут. Моей основной задачей остается найти следы черного. Но теперь я должен еще и постараться разгадать замысел Корбута, чтобы предупредить о нем Орден. А, много у тебя приятных задач. Вроде прорвались. Будем все поэтапно. Ты там не заснул, парень? Постепенно. Ну как тебе местная рыбка? Правда, типотяжки. Только злые они сегодня какие-то. Видать, плыл кто-то до нас. Раздразнил их. Открывай! Мясом рыбаки угостишь? Пришли. Вижу, вижу. А это еще кто? Да вот туннели парня подобрал. Креветку-то я что, смогу попробовать? Надо было, что ли? Блюдо мне, из креветки. Блин, мать Тереза. Может, ты его еще грудью покормишь? Сначала двое красных, теперь этот. А ты им тут то подними решетку, то опусти. Ты хоть бы раз девку какую привез, что ли? Семенович, с тебя ж песок уже сыпется, ты чё? На кой тебе девки? Ты решетку лучше опусти. А то сейчас как заплывет чего,
Тогда точно будет тебе баба с косой. Будь спок! Семенович еще всех вас переживет. Семенович, воровской притон мы прибыли. Как улов? А нет улова. Сами еле ноги унесли. Если б не этот парень, уж не знаю, дошел бы сюда. Кстати, боцман, зовут моего спасителя Артем. Здорово, Артем. Спасибо. Здорово. За подмогу. Так что там у вас приключилось? Да все переростки эти якорем в глотку прямо лютовали. До развилки только дошли, они как накинутся. Плот чуть в клочья не разорвали. Какая муха их! А, ну так это... По этому самому туннелю красные на стрелку с бандитами прибыли. Вот они зверьё и раздраконили. А, вот оно что! Артём, ты, я вижу, парень толковый, так что скажу прямо. Да, на Венеции полно бандитов. Они грабят, убивают, но в туннелях. А здесь они держатся в рамках. Так что не лезь на рожон, мне разборки не нужны. Ну, если к нам никто не полезет, в принципе, я не намерен тут шум подымать, да, понапрасну. Слушай, где там наши красные гости? Если никто нас дергать не будет, где же им еще? И мы себя будем тихо вести. Кстати, кто это с вами? Это Артем, гроза креветок. Ты бы видел, как он гроза стреляет. Гроза креветок, блин. В жизни такого стрелка не встречал. Стрелок, говоришь? Слушай, пару десятков жбанов тут неместным прострелить не поможешь? Да запросто. Опять ты за свое. Так они сейчас чуть ли не все на сухом складе. Боцман, ну ей-богу, ну самое же время. Приходи, добери тепленькими. Мы вдвоем. Я тебе уже говорил, еще раз скажу. Нет, мне тут твои авантюры без надобности. Ты меня понял? Да понял я, понял. Все, я пошел. Давай. А че нет-то? Эх, знал бы. Можно ты, как было они бы меня пострелять. Достали. Семен, ты вроде в движках что-то смыслишь. А что там у тебя? Ладно, давайте да разбираться. Венец. Порядок был. А тут все одно как чахоточник. Интересное место. Кашляет, дымит. Может, свечи? Ну, давай глянем. Ну, я даже не знаю. Но ты покумекай все же. Ну, куда же я денусь? Так, пусть они пока они разбираются. Да чего? Свечи валил не свечи. Отсюда. Венеция, значит, говоришь, да? Воровской притон. Сходка красных. Короче, такой перевалочный пункт, да? Затариться этим. Между станциями. Самым необходимым там. Сейчас мы в бар заглянем. Расслабимся. Бухнем, вспомним. Стриптиз посмотрим. Ладно, короче, сейчас я это. Ну, то есть будем все осматривать, внимать. Мясо-то нам креветочного дадут попробовать, а? Друзья, за то, что я Семёнычу жопу прикрыл, а? В местном баре-то, наверное... Порцию получим. Ну, когда лучшей вырезки. Ну, так. Подожди немного. Сейчас поймаем рыбу, и тетя Надя нам сготовит. Тетя Надя. А ты откуда знаешь, что рыба, а не рака, как мама? Какого не все. Мясо креветочное. Сто лет уже не видел. Не всем, ну, то есть не всем достается. Мама, да? Умерла. Я не хочу рака. Такого? Такого не поймаем, нет. У нас теперь дозиметр есть. А что это такое? Рака отпугивать? Нет, дочь. Дозиметр показывает, много в рыбе радиации или не очень. А раков показывает? Вот если есть такую рыбу, где радиации не очень, то и рак не страшен. А, ну видишь, мать, видимо. Был бы у нас дозиметр, когда мама жива была. Ну. А как он знает, рак клюет или рыба? Знаешь, дочка, ты мне всю рыбу своими вопросами распугаешь. Мать, короче, радиационная. Не хочу. Они все дураки. Покушала. Игры у них дурацкие с корабликами этими. Я крабик есть хочу. Радиационного съела? Ну, клюет папа. Нет, дочь, не клюет. Не клюет. Ну, папа, ну клюет уже. Нет, папа. О, маркет впереди.
Но мы сейчас тоже попробуем. Папа, я есть хочу. Клюет. Вернулся вчера с Октябрьской, с братанами. Так, короче, тихо, пока были, заглянули в их цирк уродов. И шо? Ну, короче, там зверь такой, типа черной обезьяны. Типа гвоздь программы, ночной ужас. Вроде мелкий такой, доходя. А как зыркнет, в натуре волосы на жопе шевелятся. Слышь, братан, а ты не в курсах? Че это там за красноперые подтянулись? А у них с кислым остальными паханами терки реально. Мутить что-то собрались по-крупному. По-крупному, говоришь? То тагандовские тоже... Крути педали, пока не дали. Ох ты, лысый с квадратной хари, как заговорил, да? Ладно, угомонись. Слышишь, что говорит? Тоже мутят что-то. Кислый рубль. Проваливай. Слышишь? Хоть бы у них там терки с красным, но кислый. Кислый пахан. Тоже мутят что-то. Пшел отсюда. Тушенка, тушенка, свежая тушенка. А кому рыбки свежие? Подвинься. Этот караван за ворота не выйдет, его уже три раза выставили. Давайте вот здесь сейчас привстанем аккуратно, типа послушаем, о чем они там калякают. Какие-то или что? Ну что ты их там стремает? Зверьё или еще какая шняга? В общем, без пацанов не тянут. Звонят складно, мы даже две коробки у Фаши для такого дела торганули. Да ну, Гонева, Фаша коробки не торгует. Ха. Да они сейчас не то, что коробки торгуют. Они на Чеховской молодняка набрали. Не, ну Гонева же беспонтовая. Фаши и с носатыми вдоль. Не, брател, Ганза с Фашами точняк закорешились. И бычьё они собирают, не просто так. Есть маза, будут полис на ножи ставить. Чё? То, реальная мочилова. Махач за площадь революции после такого, чисто прогулка будет. Да ну, вот им делать нехрен, в такое мочилово встревать. Не, зуб ясно не дам, но реально чую, что-то будет. Полезная информация для нас, да, насчет полиса. Короче, можно сделать вывод, что Венеция нейтральная станция, тут кланы договариваются, стволами не помашешь. Не опухай ты, патронами. Что там, на первач развели, да? Товарища на первач развели, да? Упыри бандитские. Венеция нейтральная станция у них, да? То есть, соответственно, и красные тут фашики договариваются. Принято было решение в полисе. Стволами махать нельзя на этой станции. Рыбка заглядение, будет объедение! Потайной кошелек на внутренней портупее. Мягчайшая кожа. Ну да, и товаром нелегальным разжиться. Я думаю, тоже можно. Молодой человек! Да-да, вы! Не выделите пару патрончиков. Херово тебе. Мне да? не хватает для одного важного дела. Ну что-то у меня. Принципиальная позиция. Уважаю, уважаю. Какой-то у тебя фейс, не внушающий доверия, да? Для одного важного дела, говорит, ему надо. Тут наркобасиков же тоже всякого говна хватает. Весь сброд собрался. Чего стоим, кого ждем? Че предлагаешь? А вот товарищ, может нам сыграть, да? На гитаре. Ну, давай. Пусть залабает мелодию под настроение. Ну чё тут стоять?
так и я умею. Думал, ожидал чего-то большего. Не, ну ничего, все равно хорошая мелодия. Зацепилась где-то, что ли? Кому рыбки? Да ну ё-моё! Рабов здесь понабрали 73, да? Бандосы что-то воровской притон топ... Эй, рыба снулая, шевелись! Да нет же сил уже! Ну-ка, ну-ка это ещё! Это ясно, конкурент, точно. Живей, блин! И работать есть кому, да? Ах, припахали. Да что за дохлятина, а? Ну, блин, работнички! Ладно, доберусь я до склада. Сейчас немного еще погуляем. Эдак пупки развяжутся. Дадим мы просраться. Так, смотрите. Что я нашел? Патроны нашел. Снулая, шевелись! Да нет же сил уже! Пацаны оценят! И рыбу рыбки! С утренней зорьки! Все для гостей нашей станции! Тушенка, тушенка! Свежая тушенка! Потайной кошелек на внутренней портупее! Легчайшая кожа! Что, нравится рыбка-то? Хоть на жареную, хоть на уху есть! На любой вкус! Радиационная, наверное, твоя рыбка. А кому рыбки сегодняшние? Девки кожаные, последний писк. Кому рыбки с утренней зорьки? Ботинки, спросу нет. Куда прешь? В очередь давай! Ха. Да я уж, пожалуй, в другом месте. Возьмите, пацаны оценят. Так, что тут у нас? Гузики? Ты бы еще глазики притарабанил. Как чувствовал? Вот, кикор, целая банка. Последний писк. Шути! Ну-ну, шути, а шути. Я сейчас тоже пошучу. И эту туклятину брать не буду. Штаны, ХБ, с лампасами. Больше ж нигде не найдешь. Так, ну чё, пацаны, там вам игрушку можешь купить какую? А кому рыбки сегодняшние? Так, слушай. А вот это какое-то странное место. Парень, о-о-о, подкинь патрончик, а? У тебя-то полно. Че, подкину я ему, наверное, патрончик. Сейчас стоит туда... Проходи давай! Они по голове мне не дадут. Ладно, сотри его, краб. Краб покоцал. Потрепал, видели, да? Шрам, сейчас я ему, наверное, патрончик подниму. Ты бы мне хлебушка достала, а? Где же я тебе хлеб возьму? Его даже на Новокузнецкой нету. Брат, Христом Богом! Выручи, а? Краб его, да? На рыбалке. Зацепил, смотри, он там на голове. Эх, побольше бы таких гостей, как ты, парень. О, спасибо. Доброе дело сделано. Тому бомжу я не стал давать, у него рожа подозрительная. А этому можно. А кому рыбки свежие?
Тут такое дело. Патрончика не найдется. Пацаны оценят. На кому рыбки сегодняшки? Все на гостей нашей станции. Ну и где вообще, пацаны, я не въезжаю? Да нормуль все, братан. Надо че? Ща вломлю, если надо. Ну-ка, попробуем. Ты че вообще? В табло заходи. Да? Сейчас я его, блядь, скину в реку. Если вдруг че. Не, я не понял, ты че тут встал? А че такое, блядь, а? Ну, и че? Че пылишься? Вали! Надо чё? Ща вломлю, если надо. Пацаны оценят. Ладно, расслабься. Ботинки, носу нет. Не, я не понял, ты чё тут встал? Не хочет он. Я думал, если вдруг проявит себя как, то и мы. Ну что, осмотрелся? В ответку, да? У меня к тебе серьезный разговор. Начальник станции. Давай на чистоту. Ты, похоже, застрял здесь надолго. Кругом затоплены тоннели. На Новокузнецкой тебя, скорее всего, шлепнут. Выходит, что идти тебе дальше некуда. И? Вот я тебе и предлагаю. Оставайся с нами. Ты молодой, сильный, не пропадешь. Работа для тебя найдется. А то у нас с толковой молодежью бандиты кругом. Ну кто к нам пойдет? Подумай. Походишь с нашими рыбаками на промысел, пообвыкнешь, а там, глядишь, и обживешься. Мы тебе и девушку подыщем. Ладно, не хочу на тебя давить. Иди осмотрись пока. Только не нарывайся, бандюки нервные сегодня какие-то. Да не, мужик, я, наверное, воздержусь оставаться. Рыбалка, что-то мне не понравилась, ваша рыбалка. Давайте посмотрим. Венеция. Подземная Венеция, три станции, наполовину затопленные грунтовыми водами. Говорят, был раньше настоящий город с таким названием, древний и прекрасный. Кто знает, что стало с ним? Ну да, был такой. Не хочу я оставаться здесь. Что-то меня самого уже тут парит. Ты че вообще? Не найдем мы общего языка с бандосами, да? Если я здесь останусь, тут или я, или они. Другого варианта быть не может. Что надо. Перед тем, как дальше. Шороху так тихо. Шороху наводить на склада. Мы сейчас в баре расслабимся. Мы же тут уже полчаса. Видишь, да? Как тут оставаться? Бандиты беспредельнич. Тихо, тихо, Тоха. Куда пошел? Не, ну я что сказал? Канал! Ну сейчас все. И барахло свое забери. Ну сейчас, сейчас. Не, что так медленно? Налетай, разбирай. Не получится так, у меня с ними общий язык. Но... Да нормально все, Тоха, чё ты? Девок всех распугал. Мясо два раза и первач, бегом. Братан сказал, бегом. Все, все, Тоха, сейчас все будет. Мясо два раза, бля, и первач. У них панцирь, ого-го. А? Пули так или, и может, мы его нашли здесь? Разве только в грюзло открытые цели? Так это же все попасть надо. Ого-го, говорите. Слышь, куда? Попроси своих не вылазить сморгать из этого панциря, а? Эти вы соли подкинут. Ага. Дури хороший. Да пробовали уже. Вот, у меня тут... Мне боцман написал. Панцирь можно залабать, какого ты мне, да? Тут лечишь своим боцманом? Ну, в смысле... Закрыто. Броню. Стрелка там. Из вот панциря. Вот добазарят паханы, тогда и приходи. А пока вали. Так, нам, скорее всего, сюда и надо, да? Ну чё, примем на грудь?
Надо же, новое лицо. Надолго к нам? По делам или то? Начисляй лучше. Первача местного. Пожалуйста. Ну-ка попробуем. Хорошая штука, правда? Повторить? Повторить? Да, пробрало. Ну давай еще одну. На здоровье. Слушай, хорошая штука. В таком состоянии по болотам будем двигаться. Надо бы у него первача взять с собой на дорожку. Да, еще одну, пожалуй. Тем более мы сейчас в одно место пойдем, да? Угощайся. Повторить? Да не, пожалуй, хватит. Надо силы оставить. Доказать свою меткость и скорость. За работу приехал. Посетите наш тренер. Не, я не понял, ты что тут встал? Налетай, разбирай. Ну, как-то быстро он отошел. А, тихо, проверить свою метку. Сейчас надо пойти тир расколбасить весь, да? Вот, нам еще сюда надо забежать. Я думал, первач меня будет держать. А он как-то отпускает быстро. Надо было бутылочку с собой взять. Пацаны, надо кому-то. Ну, может, хоть поспит. Все, подходи. Да, вон один уже нажрался первача. Пацанчики, кому гранаты? Гранаты кому? Так, у тебя что, крысы жареные? Зажигалки! Дайте лосью закрыть! Тоже, наверное, деликатес, да? Сейчас в метро не так-то просто крыс найти, всех сожрали. Это считается деликатес местный. Так что вы не думайте, друзья. Высокие ставки! Братва, есть чисто конкретные волыны, свежая поставка. Разбираем перышки, пацанчики! Сам правильно, так, можно. Вот, сейчас мы патроны докупим. Количество мишеней ограничено. Специальные цены на меню. Большие скидки. Самое свежее. Пацанчик, не знаю, не хочу это. Для себя крутите. Бери. Будем наши стволы юзать, да? Маслята, пацанчик. Хоть и самодел. Чисто конкретное маслята. Работают. Пацаны, без осечек. Надо кому волыну. Думаю, хватит. 36 и 180. Ну чё, если еще что надо, знаешь, подходи, где найти? Не стесняйся. Фарту тебе, пацанчик. Ну, чисто давай. Маслята, тебе. Перья, гранаты. Сыграешь? Дешевле грибов. Вот. Заходи. Чё там? Правила простые. Какие? Идешь на позицию и убиваешь всю живность. Успеешь до сигнала, приходи за выигрышем. Ну класс, давай, 10 патронов, да? На позицию. Давай. Попробуем. Только что бегала. Покупаем. Маслята, перья, гранаты. Наваливаемся, пацанчики. Что там за живность? Ну чё, кто со мной забьется, что он все мазанет? А, крыс. А чё на кону? Да хоть пол... Да! А если все по одному, дашь? Да хоть что ты чё? Стой же, реально. Да он за тебя там забил. Ну, вроде вообще без проблем. Чё, повторим? Проходи. Там, наверное, удвоить ставку-то можно. Молодец! Держи патроны! Давай. Может, подымем? Ну да, поехали. Ну, как хочешь. Есть маслята, перья, заходи! Погнали. А, ну видишь, попал.
повезет. Ну раз и дураку везет, пусть еще попадет. Так, тихо. Миндал, еще попал. Тихо. Косой, ты что меня подводишь? Три штуки. Это ты от рыбацилы последний остался. Ну вообще красота. Все равно уже, да, как бы это. Пошустрее, там две партии. Так, а наверное еще можно, да? Молодец, держи патроны. Может, поднимем ставки? Ух ты, 40. Не знаю, давай, конечно, до талого, просто я имею в виду. 40 это уже, конечно. Ты че, обрел? Косой, явно. Это уже интересно. Ну, нормально. Не, ну вообще, вот это я стрелял. Так, тихо. Снайпер, блин. Готовь первый. Так, еще одна партия. Да. Вот и осталось. Цель сама. Так, тихо. Вот тихо, блядь, не шелести. Блядь, не успеть. Не успею. Четыре, мог бы и не успеть. Да нет, там, конечно, проблем нет. Там этих крысов. Ну ты дал, стрелок. Давай, гони сюда, сразу. Вдвойне, да. Вот специальный приз. А, специально. Обычно мишени до вечера хватает. Медведя подогнал. Ну да ничего. Значит, мало нужно. Гриль простаивать не будет. Наваливаемся, пацанчики. То есть ребенка можно подогнать его. Надо найти просто. Где-то здесь на станции ребенок есть. Вручить ему медведя. Ну это да, для хорошей концовки все эти действия. Но я думаю, нам уже не видать хорошие, потому что ряд действий совершил. Я уже говорил это в прошлой серии. Надо было изначально, ну то есть, держаться, а мы-то это. А, вот мы, ну, сейчас хватит, успокоим малого. Что случилось? То есть изначально делать. Мишка все правильно. Потерялся. А, ну все тихо, на руках. Тихо. Ну все. Ну, найдем твоего Мишку, найдем. Не плачь. Где ты сегодня гулял? Я хотел Мишке показать. Да. Мой Мишка. Мама, Мишка вернулся. А ты далеко ходил? А пирожки были вкусные? Ты больше не уходи без меня. Ой, спасибо вам огромное. Я уж не знала, что делать. Что нужно дяде сказать? Дядя помог Мишке тебя найти. Ну, что надо сказать? Спасибо. Для хорошей концовки. Спасибо, да? Большое. Здесь. Ему этого Мишку Семен сверху принес. Игрушек здесь, сами понимаете. Вот он и привязался так. Ну что, пошли домой? А можно я еще здесь поиграю? Хорошо. Я, честно говоря, не интересовался, а какие именно телодвижения совершать, чтобы получить хорошую концовку. Поэтому, может быть, еще и прокатит. Вроде мы стараемся, да, действовать там все, ну, вот эти вот, читать, там, находить записи потом на инструментах и, соответственно, помогаем, кому можем, там, монеткой делимся, ну, то есть патронами с различными бомжами, нищими. Но все равно не будет, потому что ту же подругу-то я не спас. Когда мы от бандитов, да, и все равно Стасик положил. И не только подругу, там еще, ну, то есть, режем, убиваем всех. Поэтому, наверное, не получится получить правильное развитие, ну, то есть, завершение. Ну, здесь это, ну, то есть, для меня в этом прохождении это не столь важно. Маслята, перья, гранаты! 156, наваливаемся, да? Пацанчики! Пацанчик, да куда столько? Из тебя уже сыплется! Пацанчик, ничего не меняет, все стволы оставляем те же. Бери! Да? Ну чё, пацанчик, заходи еще. Чисто конкретно, всегда рад! Вот, оружейно. Ничего нового у тебя нет? Не появилось? А? Братва! Есть чисто конкретные волыны, свежая поставка. Ну что там у тебя за конкретные? Прям конкретные говоришь? Конкретнее моих, что ли, появились? Может, РПК взять?
Надо кому волыну? Здесь реально все, подходи. Ну, что тебе сказать за эту машину убийства? Реально вещь. Не понравилось мне эта машина убийства. Бери в новой части, твои. Там другое дело. Реальная волына для реальных пацанов. Винтик тоже не уместен в узких коридорах, да, там, я не знаю. Хотя, в принципе... Там есть возможности с ним поработать. Братва! Да, есть чисто конкретные волыны, свежая поставка. Вот сейчас, допустим, на складах, давай, может быть, если неплохо было. Но потом-то болото пойдет, да? Не видишь, закрыто. Поэтому лучше оставим наш. Пацаны! Так, ладно, сейчас глянем, развлечемся, наверное, с девочками. Возьмем за хобот, нам надо Павла найти. Это тут прячется с красным, слышали? Кислый. У него там терки с кислым. То есть Павел перетирает с кислым. Мы сейчас вычислим, где это вообще. Посмотрим стриптиз. Вниз по лестнице. Где у них сходка, да? Наверное, на складе у них сходка. А кому он отдает чисто? Мясо свежее. Так, а где музон? Слыба, друганна, у меня чисто тоже для тебя палка есть. Надо кому волыну. Если реально, все, подходи. Анжелка, жги чисто еще, три рожкада. Цены на меню. Так, Вася, музыку-то Анжелка, давай чисто включить забыл. Порубайте, налетайте, разбирайте. Браво, на бисти. Ну, она и так неплохо исполняет. Давай, чисто работай на! Наггетсы из самого свежего мяса! Налетай! Ништяк! Нет, тут же есть личные комнаты, по-моему, да? Пацаны, надо кому волыть! Давай, давай! Индивидуально. Мы же можем посмотреть, заказать, то есть. Эй, а деньги? Нехрен тут торчать! Давай, давай! А, какой нахер Вася? Я же выключил музыку, понятно. С бугра местного спроси. Так, тихо, все, слушай. Брыз! Да, сейчас мы индивидуально расслабились. Это ты что, вообще? Совсем уже одурела? Они же с кислым корешуют. Кислый, кислый, да. Там сипы, здесь кислый. Да что ж такое? Всем корешам за так дай, а патроны все равно. Всем корешам за так дай, говорю. Это, не Вася, Вася-то вообще не при делах. Я же музыку отключил, сейчас включу. Надо подслушать разговор, подожди. Да? Так, что к чему? Мне говорили, что подземная Венеция – город воров и душегубов, но я нашел тут и обыкновенных живых людей. Они наладили свою жизнь как могли, обустроили свой крошечный мирок и очень боятся, что бушующий снаружи хаос захлестнет и их. Они просто хотят жить. Да, на заднем фоне такие звуки раздаются, да? Слышите? Хорошо. А, вот она красота. Ну, вот сейчас мы тоже так же сделаем. С ума сойти! Да. Приход какой! Ты танцуй, танцуй! Не, бандосиков я люблю за то, что озвучка, просто озвучка, конечно, на высшем уровне. Во всех частях, да? Только за это... Ну ладно, отдохнули, пора и честь знать. Значит так, сейчас рассчитываемся с кислым. Идуй к товарищу Корбуту. Доложишь, что контейнер с вирусом доставлен на Октябрьскую. Вирус, да, точно. Эй, красавчик. Чё, мне ж... Дело не ждёт. Что за... Тихо, 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 тихо. Не шуми, подруга. Чего кислая мина? Не по себе мне что-то. Мы ведь угробили там всех. Ну ты прямо атас. Ну, прямо бешеный. О. Ну, сказал бы по-человечески, что не в моготу. Ты мне и нужна. Что тебе станцевать, сладенький? Станцую, говори, пожалуйста. Не стесняйся. Я сама на выдумке гораздо. Свой самый лучший номер. Так, включаем, наверное, музыку, да?
так будет правильно. Устраивайся поудобнее, сладенький. Ну давай, дорогая, покажи класс. Танец, красавчик. Вижу, что понравилось. Если хочешь еще, так и говори, не стесняйся. Да, пожалуй, наверное, еще раз. Мне на склады двигаться. Поднимем тонус. Меня и тут не заблокируют за это. А, друзья? Там, наверное, видео надо ставить, сноску мне. Ладно, я ничего не ставлю. Да не, какой там, что там заблокируют? Ну, по-моему, это, да? Тут как бы в игре допустимо. Сейчас такие игры, что там заблокируют, когда это, да? Это еще красавчик, детский лет, продлевать будем, который мы есть. В том же Ведьмаке, помнишь, да? Там они вообще сцены все, соответственно, когда в бордель он приходит. То есть, я думаю, все ровно будет. Ну да, хорошо ты исполнила Люся, да? Люся, короче говоря, станцевала нам танец, стриптиз. Артемка пришел в тону, сейчас будем шороху наводить на складах. Брать за гриву Кислого и Павлу. Вернем должок, поехали. Эй, если надумаешь вернуться, я всегда тут, Люси, рядом. Не Люся, а Люси. Да, хорошо, хорошая девчонка. С душой исполнила, да? Видимо, Артемка ей понравился. Сиськами кричит, тряси. Рожа твоя квадратная. Я не понял, не понимаешь ты в красоте женского тела, блядь. Я только сиськами тряси. Иди вон на ферму к свиньям, баран тупоголовый. Ну это так, словом. Так и есть, да? Покупайте наггетсы. Упыри с квадратными харями. Там что-то сиськами ему тряси, баран. Поехали. Сейчас мы пережмурим всех на складах этих козлов. На складах пошевелим. А куда они свалили, Кислый с Павлом? На склады пошли, да? Пацаны, надо кому волыну? Есть реально все, подходи. Специальные цены на меню. Так, ну нам, большие, по-моему, скидки. В эту сторону. Самое свежее мясо. Покупайте, налетайте, разбирайте. Реальные волыны для реальных пацанов. Налетай, разбирай. Ну да. Да что ты паришься? Тихо. У Сибири аккурат свежа. Мы по шустряку, никто и не прочухает. Братва, есть чисто конкретные волыны, свежая поста. Идеальные цены на меню. Большие скидки. Самое свежее мясо. Покупайте. А, ну. Помню это место. Вон туда давай, по переходу. Чешут как на параде. Скажу-ка я позырю, там не открыто или нет. Что за... Да, но это мы уже понагло. Не страшно. Тут-то, я думаю, проблем не возникнет их отстрелять. Есть где спрятаться, если что.
А, мы вот так вот сделаем. Иди позырь. Так, не знаю, что-то устал я от этой резни нашей. Надо бы, наверное, это. Ладно, сейчас мы вот так вот сделаем парочку. Там впереди их много. Не надо было тебе этого делать. Чумля? Так, ладно, поехали. Харе, балдеть. Тревога! Да, тут, в принципе, по идее, можно так же всех их перерезать, да? По-тихому. Ну чё, пацаны, видите его? Не хер там. Да что-то походу делся куда-то. Так, ну чё? Это. Стоять. Отвлечимся. Видишь, да, народу тут? Бля, куда-то в деревяшку стреляет. Братаны, принимайте сюда! Руки братву, Валя! Ну мы шороху навели, а? Пацанов, Валя! Ага. Чё-то как-то мы это... перестарались, по-моему. Не, нормально все. Все ровно. Так тоже резать, не резать, да? Чуть поактивнее. Маслин нет! Лично. Честно говоря, я не ожидал, что столько народу будет на этой локации. Ничего, пацанчики, ничего! Так что мы, наверное, все правильно делаем. Зарезать, конечно, тоже можно было бы, но это процесс бы затянулся. Еще бы на час, блин.
А так мы переклацали их всех, да? По-резвому. По-шустрому. Братков. А тут ничего, чё? Ничего, пацанчики, ничего. Ну еще пока не всех. Переклацали. Ага. Пацаны, отпустите лошару! Ах ты сука! Клич. Кровопотери сдулся, да? Ишь, партия грибов. Для наркобасиков. Для барыг, да? Выращивай партию грибов. Потом уже раскидывают, отправляют по станции уже барыгам, да? По точкам. Надо бы сжечь это все дело. Артемка не стал себе брать. Под грибами не советую двигаться по метро. Травы обычные можно хватануть, но под грибами это, конечно, далеко не уйдешь. Травы-то обычно он мог бы хватануть без проблем. Что дальше? Руки за голову! Тупырь. Надо же, кого я вижу! Ох, ловкач! Все черного ищешь? Раньше надо было суетиться. Архиполезные ребята эти твои черные. Товарищ Корбу давно на них глаз положил. Их если приручить, да на врага выпустить. Вот так будет спокойно, лучше. Спокойно! Твоя взяла. Сейчас еще скажешь. Что теперь? Раз ты черного ищешь, он тут, недалеко, на Октябрьской. Могу провести. На этот раз без сюрпризов, обещаю. Нет, в этот раз я тебе не поверю. Артем? Так, тихо. Ах ты сука! Бля, ну как так, а, мужики, два осла, блядь, взяли упустили. Ушел, гад! А чего ты сам на склад ломанулся? Меня позвать не допер? Ну ладно, так тоже ничего получилось. Только теперь валить тебе отсюда надо. И в темпе. Я тут один ход на поверхность знаю. Правда, там наверху болото, но пройти можно. Идем быстрее. Во-во-во-во-во, болото, это, конечно, ты меня обрадовал, блин. Сейчас это, друзья, попробуем на болотах прошелестеть, ну там как пойдет.
побольше, да, локацию, то есть осмотреть. Я обычно, когда давно еще играл, так пролетал, там мне не хватало то фильтра, то еще чего. А мы сейчас попробуем в этот раз так вот потщательнее там осмотримся, пролезть полностью, в смысле по локации, погулять, да? Да, по возможности, ладно, загадывать не буду. Надевай. Как там, погулять, это не погулять? Тебе мой призыв. А, ну да, костюм подогнал. Без костюма просто нереально, да, прорваться на болотах. Спецкостюм, да? Защитный во всех смыслах. Ну, красота, то, что надо. Только ты мне помешал, конечно, с Пашей разобраться. Я ему бы голову открутить, отрезать хотел. А куда он ломанулся, этот Паша? Здесь кроме как на болото нельзя, а там он, наверное, нет, не выживет без костюма. Ладно, поехали. Если мне повезет, то на аванпосте ордена в заброшенной церкви меня будут ждать наши. Я передам им все, что знаю. О Павле, о каком-то жутком эксперименте, который они собираются провести, и продолжу свой путь на Октябрьскую. Черный там. Вот оно, болото. База на другом берегу, в церкви. Отсюда не видно. Переправа тут, паром с лебедкой. Надо будет заправить. За горючим придется сходить. В самолете или в скроне на заправке должно быть. В воду не суйся, сожрут. Да. Ну все, с Богом. Удачи, Артем. Хорошо. Ты меня обрадовал, обнадежил мне. За горючим надо сходить. В воду не суйся, да? Тут бегать нам предстоит, а не ходить. Вот что я думаю. Так, ну да ладно. Я хотел осмотреть это место. В смысле это, да? Более все внимательно, везде побываем. Там как пойдет. Схроны какие-либо, да? Нычки. Поищем. Тут хоботисты-шевелистые упыри будут прессовать, да? С длинными клешнями. Шевелистая гадость, бля. У них-то мясо будет получше, чем у обычных креветок, да? Деликатес. Так, вот она. Поехали. Не так просто. Дело в том, что у меня гранаты есть, я в курсе. Но там дальше больше, ребят, там дальше больше, поэтому не спешим пока тратить гранаты. Попробуем пока как-то так, да? Отстреливаться.
Ага, тут еще и демоны кружат над головой. Да. Ну ничего страшного, ничего страшного. Сейчас адаптируемся немного. Так. Да, воду говорить не суйся, сожрут. У меня костюм-то хорош. Это понятно. Костюм-то хороший. Так, ладно. Все-таки, я думаю, ходить не получится. В развалочку. Кстати, здесь мы найдем топливо, похоже, да? В самолете, говорит. Ага, вот она, эта тварь. Так оботиться. Так, тихо. Ладно, справимся. Так, еще и мелочь, а. Так, ищем патроны. Много я потратил на них. Патроном. А вот канистра. Да, вот этого канистра. Стоять бояться. Ну да. Свободно. Наверное, не судьба здесь погулять. Не то место. Разгуливаем. Так, ну где патроны? Хотя бы один ящик доступен, нет? Смотри, я вообще ничего не снял. Вообще ничего не снял, блядь, с этого, только канистру. Ни одного фильтра, ни одного патрона. Вы что, с ума сошли? Как я дальше буду двигаться? А, вот, смотри, вот это вот мины, да? Хорошая вещь, но тоже прибережем. Эти мины, там дальше больше. Еще будет более страшно. Впереди враг ожидается. Так, во, еще одна тварь, а. Падла, мне. Тихо, 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 тихо. Скинул, а. Скинул. Ладно, спокойно, друзья, спокойно.
сейчас все, все ближе. Да. Класс. Так, канистру я снял, да? Давайте теперь погуляем немного. Здесь пройдешь? Да, нормально. Да, вот тут вот желательно все бы осмотреть. Так, еще демон, да? Погуляем, не погуляем, вот. Красота. Пошустрее надо, булками двигать. Да. Отличная локация. То же самое мне в новой нравились болота. Там, где вот пионеры, помните, да, эту локацию, где также крабов много, вообще атмосферная точка, и здесь вот мне нравится. Всегда нравилась эта локация. Так. Вон еще канистра с топливом. У нас есть уже, да? Закат. Мне кажется, что я попал в водоворот. Вокруг начинают закручиваться странные события, которые я до конца не понимаю. И меня затягивает в них, тащит на дно. Куда бы ни попал, все говорят о войне. Одни готовятся к ней, другие от нее бегут. Но все в нее верят. Мельник, фюрер, Москвин, люди на театральные, беженцы с красной линии. Сырой, ржавый воздух метро пахнет кровью и обреченностью. Это не моя война. Неужели ничего нельзя сделать, чтобы предотвратить ее? Там какой-то вирус, он, да, информацию по вирусу мы выяснили. Так, отлично. Все на руках. Можно, в принципе, двигаться в обратку. Ну, в смысле это, да? Возвращаться, да запускать паром. То есть не паром, плот. Или что мы там запускаем, но... Так, тихо. Предлагаю осмотреть все. Получше. Может, еще что найдем. Хотя фильтры бы желательно приберечь. Там дальше будем двигаться по открытой местности. То есть фильтры будут вообще, ну, проблема, не хватать. Ну, может, найдем? Ага, вот она, красота. Темнеет. Надо, наверное, пошевелить булками, ребят. Сейчас по ночи, наверное, демон еще больше активизируется. Ну и не только демон. Так. Да, уже твари забегали, заползали. Так-то отстрелялись вроде, да? Сколько патронов я потратил на хаббатиста шевелистую гадость. Все, что было, потратил, а? Сейчас только револьвер спасает.
Ой-ой-ой-ой-ой. Как ты меня напугал, а? Павла. Так, уйди, уйди с дороги, а. Так, ладно, наверное, хватит гулять, ребят. Все, давайте. Так, тихо, что ты делаешь, блин? Я надо. Да. Сам себя взорвал, не на ту кнопку нажал. На, бросил, взял гранату, динамит, да? Так, а, ну сохранка нормальная, сохранка здесь. Хватит нам, наверное, это. Резину тянуть, пора заводить это. Заправлять паром, вот и сплот. Переправу. И валить отсюда. С этого гиблого места. Видишь, так вот сделаем. Блять, под... да. А, ну все, красота. Динамитик творит чудеса, да? Надо приберечь там-то дальше, вы помните. Я так обрывками-то картину нарисовал уже. Ну, в смысле, припоминаю, что дальше. Дальше тоже все страшно. И запущено. У нас еще, ну то есть, ручные гранаты, динамит обычный есть, да? Там если тварь вытягивать на себя, тоже вариант. Так, подожди, подожди, подожди. Я запутался, честно говоря. Это мы в начало вообще пришли, да? Это мы с вами в начало пришли, по-моему. Нам совсем в другую сторону погнали. Ой-ой-ой-ой-ой. Там демон дает о себе знать. Так, а, ну мы на месте, да, вон, точка. Так, стоп, 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 стоп. Во-во-во-во-во. Дай сюда все, что есть. Вот она, красота, работаем. Что делаем? Ждем, да? Да, пока подтянется паром. Так же? Наверное. Больше ничего здесь активировать я не могу. Так, тихо, тихо, тихо. А пока мы ждем. Все придется. Да. Потанцевать с крабами, да, пока мы ждем. Так, тихо, 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 тихо. Тихо. А, нормально. Что мы не сделаем? Что за дела вообще? Кто меня боднул? Блин? Кто меня боднул? Краб, что ли? А, еще один. А, во-во-во, помощнее. Да-да-да, помню этот момент. Работаем. Вот, тихо. Демон, демон. Демон. Так, давай динамит используем. Еще раз. Еще раз. Ушел, парень. Ушел, да. Ладно, сейчас мы это. Я забыл, кстати, про эту тварь.
Это куда посерьезнее, краб был, да? А, вот, все, красота, отлично. Красота. Что дальше? А дальше все по накатанной. Наверное, с этой твари еще предстоит сколько всего патронов. Вообще ни о чем. Так, слушаем. Пока церковь. Я шел по болотам, меня наверняка было хорошо слышно. Если в церкви есть наши, то скоро я их встречу. Да, может сейчас. Ты еще до церкви доберись, попробуй. Смотрите, у нас задница с вами полная. 27 на калаш, 33 на дробь. Надо какой-то этот найти, что ли. А, сейчас, стоп, вон вижу, да. Сейчас мы немного пополним, да? Фильтры дали только. Ладно, осматриваем. Здесь то же самое, не дадут нам расслабиться. Все то же самое, продолжается. Да, по-моему, дальше вообще уже не дадут нам расслабиться никогда. 27 патронов на калаш. Не знаю, куда я вообще иду. Осматриваемся, ищем. Прибыток, хабарок. Так, тут радиация. Сильная причем радиация. Во-во-во-во, вот это мне надо. Давай сюда, блин, фильтр. То, что надо, это фильтр. Еще бы патронов пару рожков найти бы, блядь. Вообще красота. Так, вот мы сейчас снимем, да? Так, тихо-тихо-тихо. Кикимора. Кикимора. Так. Стражи. Креветки и стражи здесь, да? Так. Слушай. Я тебя слышу, а ты меня слышишь? Ты меня, конечно, не услышишь. Да. Во-во-во, то, что надо. О, ночник, отлично. Да, Анна, я слышу тебя. Я слышу тебя, дорогая. В церкви аванпост. Еще бы добраться туда. Где эта церковь, понять бы. Так, что здесь? Там твари зашевелились, слышите, да? По нашу душу. Так, во, класс. Запись, не запись, блин. Свет можно включить, да? Осмотримся. Включаем свет, осмотримся. Прожектора, да. Где твари двигаются, все правильно. Где твари двигаются? Они, по-моему, везде здесь двигаются. Так, куда? Сюда дернем, да, под мост. Бля, тихо. Тоже классное место. Офигенное местечко. Вообще, после вот это болото, вот эта точка, блин, на разрыв. По атмосфере. А, вот церковь. Вот церковь. Именно как надо. Такой сталкеровский вариант. Мне, кстати, еще раз говорю, повторяюсь, да. В новой тоже болото нравится.
понравилась локация. И здесь ничем не уступает, да? Так, сюда ныряем, что здесь? Быстро все делаем, тут надо по-шустрому, друзья. Так, фильтр снимаем. Ну мы и так, в принципе, с вами все делаем по-шустрому. Я особо не расхолаживаюсь, да? Можно еще шустрее, но я думаю, вполне себе пойдет, да? Так, 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 куда, что? Ну, церковь я увидел, понятно. Давайте тут осмотримся. Прибыток-то надо снять, да? Отлично. Сохранка прошла. Это радует. Так. Сейчас будет прессинг. Слушай, полюбил я свой ствол, как бы я не хаял, да, а КСУ. Так, тихо, тихо, краб, уходим. У меня сейчас фильтры закончатся, если мы будем еще и с крабом разбираться. У меня просто все закончится на свете. Ныряем сюда. Отдышимся. Отдышимся, ребят. То есть это, как бы я не хаял, а КСУ, смотри, да, твори чудеса. Ну, соответственно, чуть больше приходится тратить. Но зато, блядь, он меня выручает вообще. Коротыш, мой любимый, блядь. Не подводит, по крайней мере. Самый такой страшный момент. Дает мне отпор. Так, ночник. Я и так все хорошо вижу, кстати. Ночники у них яркие какие-то. Это, конечно, местечко бомбовское. Да, ребят? Вы согласны, я думаю? Ну, вообще, вот это болото. Месте локации. Церковь, болото. Так, ну у меня фильтры заканчиваются. Тихо, кикиморы повсюду. У меня фильтры заканчиваются. Во-во-во-во. Так, мы... Ага, слышу, слышу. Тихо, дорогая, я занят, я занят. Мы уже рядом, где-то рядом. Осматриваемся. Там... Да. Там впереди сейчас прессовать будут, я помню, блин. Чтоб в эту церковь попасть еще, да? Предстоит оборону выдержать. Так, тихо. Великолепно. Растяжку ляпался. Спешим, уже начинаем спешить. Так не пойдет. Аккуратнее работаем. В нашем деле не стоит. Каждое движение может быть последним, да? В нашем деле, так, фильтр. Каждое движение может быть последним. Да, этот, как его? Следующая локация, ну, в смысле, в церкви там это. Предстоит нам нелегкий труд отстоять, да, с этим крабом. Я помню этот момент. Поэтому все снимаем, что здесь есть. Побежали.
Так, ну чё, приготовились, друзья, сейчас будет задница. Да, церковь. Всё рядом. Всё близко, практически один шаг и дома, давай, да? Сюда. Тихо, 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 тихо. Гранатки, хуятки, всё на руках. Так, смотрим, чё у меня. Переключаемся на этот. На мины, блин. Сейчас начнется свистопляска. Поехали. Скорее, сюда. Ставим одну сюда. Ставим одну сюда. Короче, сейчас накидаем мин и будем работать. Патронов тоже не так много. Ну, плюс вот эти вот гранаты, если что, думаю, помогут. Так, теперь слушаем. Пошла жара. Первый, завнимательнее. Так, сюда еще одну воткнем. По большому бейте. Ага. Землю. Зажимаем его. Так, тихо, 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 неаккуратно. Артемка, давай. Сюда, огня. Поднимать, поднимать. На берег пошла, ребята, поддержите. Бля, что ты делаешь? Я другой хотел. Нет, переключиться надо, а он не переключает так быстро. Ну вы поняли, да? Ладно, уходим, 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 уходим. Вот, сука! Назад, теперь... тварь! Так вот. Еще одна. Еще одна. Еще одна. Давай, давай! Еще одна. По большому бейте. Все, у меня фильтр. Землю! А, не, есть еще, есть, есть. Еще есть. Один. Сюда гранату. Жизнь нет. Есть. Лич. Отходят. Отлично. Добиваем. Вот для чего я гранаты берет, поняли, да? Еле отбились. А, вот у нас еще гранаты. Ничего себе. Первый раз такого вижу. Давайте это, хватит, потом будем пиздеть, блядь. Первый раз вижу. Скидывая лестницу. Или что там? Опа, не набирайся. Ну да. Да ты просто супермен. Спайдермен. Я сейчас. Рад видеть. Давай в церковь, там безопасно. Все потратил, вообще пустой, ребят. Все гранаты, все мины. Эй, заходи. Там если полурожка будет, и то хорошо. Ну сейчас поправимся, я думаю, да? Я тебя увидел еще вон оттуда. Чуть не пристрелила. Ха. Ты не отзывался на запросы по радио. Но ты? Потом как-то поняла, это ты. Надеюсь, простишь за Ботсад. Привет, дорогая. Я соскучился. Да, вообще класс. Мне, блядь, вот эти две локации просто... оторвался. Почему-то от души. Я был рад видеть эту злюку Аню. Слушай. Может, дело в том, что она наконец перестала язвить? Похоже, ей просто стыдно, что она бросила напарника на поле боя.